Привет, друзья! Хочу сегодня поговорить о привое на пасеке. Смотрите, что я хочу вам рассказать и донести. У меня есть на пасеке вот такой вот привой, простенький, ничего сложного. И вот на него прилетел рой. Рой, раек, не знаю, как назвать. У меня вроде бы как бы для слета нуклеуса это не похоже, потому что пчелы много для вот такого микронуклеуса. Для нуклеуса на рутовскую рамку, как вот у меня есть, как бы вроде бы подходит по пчеле, но опять же тоже много пчелы, и на рутовскую рамку у меня еще никогда не слетали, потому что там есть расплод, они расплодные. Если бы это было безрасплодные нуклеусы, то я бы еще понял. Для первака у меня на пасеке раи не вылетали, то для первака это пчелы мало. Ну, не знаю, в принципе, у меня все матки мечены, я знаю, как они помечены, то по матке я вычислю, мой ли это или не мой. Что я хотел сказать именно о привое. У меня вот он, я быстро скажу, покажу, с чего он сделан. Это обычные у меня досточки с потолочен. С потолочен лежаков, там доданов, когда у меня раньше были. Сейчас у меня этих ульев нету. Ну, есть, но они стоят, я не работаю с ними. И как бы есть вот такой материал. Посредине я прибил вот такую как бы положок. Это запрополисованный, как видите, положочек. Он полностью запрополисован и является как бы приманкой. Потолочены тоже в воске. Вот можно посмотреть в воске. В прополисе, хоть оно и под дождем, но дождь плюс воск прополис, получается неплохой привой. Вот это он такой простенький, висит у меня на дереве, вот здесь. Его можно устанавливать также, к примеру, на пасеке, где-то между рядами, например. Что я и рекомендую вам делать, потому что, когда у вас на пасеке есть привой, вдруг у вас вылетает рой, а раи все равно, как ни крути, летают даже в самых профессиональных пчеловодов, когда особенно пасека большая, без раев никуда. Настоящий пчеловод, у настоящего пчеловода должны тоже летать раи. Так вот, когда у вас вылетает рой и нету привоя на пасеке, вот как, допустим, у меня на дереве висит, то ваш рой может улететь, к примеру, на соседнее дерево, к соседям, и вы просто его можете не увидеть, и он у вас просто улетит. Когда у вас на пасеке есть привой, рой вылетает и практически сразу же стоит у него как пит-стоп, как бы он сразу же садится на пасеке, как правило, зачастую, сразу же не улетает, ну, если ему нравится этот привой. Если же не нравится, тоже улетает. Но когда есть привой, большая вероятность того, что ваш рой не улетит, а приземлится именно передохнуть у вас, а потом уже в дальнейшем может улететь. То я советую многим иметь на пасеке привои. Они помогают, по крайней мере, если вы находитесь на пасеке. Да, если вас нет, то он может так присесть и какое-то время посидеть и потом улететь. Ну, допустим, я вот на пасеке увидел привой. Привой у меня тут стоит не случайно. Это дерево у меня на пасеке. Я здесь, возле этого дерева, ну, в этом районе, словил в прошлом году 4 или 6, уже не помню, раев. И свои, и чужие. И, короче, все подряд. Ну, больше... Я к чему веду, что как бы нашлось само по себе раевая трасса, так сказать, дорога раев. И я тут не просто так повесил этот привой, я понял, что здесь неплохое место для ловли именно, не отходя никуда далеко. И вот я здесь повесил, что и как бы подтвердилось само собой, на этот привой сам прилетел рой. С мой, не скажу пока, потому что надо посмотреть по матке, а там будет видно. Чтобы не улетел рой, берем росиночку и немножечко его так сбрызгиваем. Пока он там, допустим, где-то приземляются пчелки, которые летают в округе, мы просто берем и вот так его сбрызгиваем.
со всех сторон. И он тогда никуда не улетит, крылышки смочены, и он еще долго-долго может посидеть. Вот покажу вам, как он сидит вот здесь. Чем хорошо, что потом берем за проволочку, вот у меня на проволочке, проволочку снимаю и несу его хоть в улей, хоть куда угодно, то есть куда мне надо, хоть в ящик транспортировочный или накопитель, который, чтобы, ну, который у меня есть, чтобы пчелки там остыли, а потом пересыпать его в улей, ну или куда там надо. Так что вот такое видео получилось у меня с привоем. Друзья, делайте привои, они лишние не будут, по крайней мере, кушать они не просят, но есть возможность, что вы можете словить на него как свой, так и чужой рой. Вот как бы так. Ну что, друзья, всем, кому понравилось видео, прошу поставить лайк, кому не понравилось, дизлайк. Кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии, что вы думаете по поводу привоев, какие привои можно еще сделать. Ну, у меня такое. Вот как бы так. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.